Решили у мамки в ванне сделать ремонт. Тут у нас трубы одни протекали, другие воду не пропускали, и смеситель весь уже сдох. В общем, нам эти трубы все проложили новые, заменили, в стену туда их вставили. Смеситель новый купили. Ванну тоже покрасим, уже старая, надо ее обновить. Вот, в общем, сейчас сюда купили уже в Леруа новый шкафчик. Сейчас я это все покрашу. Как все это будет, позже покажу. Решили мы у мамы в квартире начать делать ремонт. Так как мы эту квартиру покупали еще в 2006 году, и после того, как мы ее немножечко так косметическим ремонтом обновили, с тех пор, сколько уже, 15 лет получается, ничего не делалось в этой квартире. Я жила в Лондоне, маме было не до этого. Поэтому вот сейчас мы начали с ванны. Так как у нас плохо текла холодная вода, практически вообще один кипяток шел, мы вызвали сантехников и нам поменяли трубы. Сейчас я вот это все закрашиваю, как сказали сантехники, красочкой надо. Краска осталась от покраски в коридоре, если вы помните, рассказывала. Все это сейчас закрашу и поставим сюда новую тумбочку с раковиной. А потом будем делать ванну. Ой, самое сложное вокруг этого смесителя уже вот испачкала. Надо потом теперь это. Приспособить. Еще 1/3 осталось. Кафе падает. Старый еще. 15 лет назад квартиру покупали. От предыдущих жильцов. Не делали, так как поверху наклеили вот такие обои. Тоже в каком-нибудь голубой цвет или в синий. А может белый. Не знаю, каким решим, таким будем красить. Покрасила немного, осталось только низ. Ужасный низ. Краской закрасить будет получше выглядеть. Хотя тут шкафчик будет. Thank you.
для машинки, что ли, сделали. Выход для стиральной. У нас стиралка стоит на кухне. Решила я и трубы покрасить, и полы. Все будет синеньким. Но тут будет стоять шкафчик с раковиной, поэтому все равно. Главное, чтобы бетон был закрашен, если вода сюда будет стекать, чтобы она не протекала к соседям. Тут она уже не будет покрашена. Ну все, кисточку на выброс. Краска еще осталась.